видимо, специальный какой-то заезд, что ли, у нас будет. Давайте все-таки посмотрим, что будет. Вот, смотрите, как красиво! Как же чертовски красиво! Наших парашютистов, ну а пока они приземляются, я с удовольствием назову их имена. А где аплодисменты? Громче, громче, громче! И вот их имена. Игорь Цуканов, кандидат мастера спорта, 1100 прыжков. Александр Кузнецов, кандидат мастера спорта, 710 прыжков. Андрей Пьянков, кандидат мастера спорта, 971 прыжок. Баужан Кобдабаев, первый разряд, 506 прыжков. Руслан Жумашев, кандидат мастера спорта, 745 прыжков. Денис Щербов, кандидат мастера спорта, 525 прыжков. Приветствуем наших парашютистов! Ну что, ребята, наверное, немногие из вас видели такое шоу, когда с неба, с такой большой высоты, прямо на трек-стрим приземляются парашютисты. А высота, я напомню, 1500 метров. Мы обещали, что будет интересно, мы вас не обманываем, правда? Я предлагаю аплодисментами встречать приземление каждого парашютиста. Аплодисменты! Аплодисменты! Браво! Ну, я жду ваших аплодисментов! Он последний туда. Мы как раскопаны, отличные и галантные, да среди нас найдутся редкие таланты, и нам завидуют бесстыжие мужчины. А теперь внимательно, затаив дыхание, следим за приземлением этого парашютиста. Мне обещали кое-что интересное, поэтому смотрим. Скорее всего, надо обращаться. Фальшстарт допускает пилот Honda Civic, ну, в данном случае Honda Civic такого, не знаю, золотисто-черного цвета, что ли. Так, а что у нас по фальшстартам? Кто-нибудь считает фальшстарты?
1-1. Окей. Один по фальшстартам. Ну, понятно, да? Причина волнения пилотов. Второго шанса не будет. Если заезд выполнен по правилам, по нашим правилам, то победитель проходит следующий круг. Буквально там ноздря в ноздрю пилоты движутся к финишу. Уж не знаю, кто победил, все внимание на елку. Победил пилот, стартовавший по правой полосе. Ислам. Смотри, вот теперь меня снова. Я объявлю результаты предыдущего заезда. Турбированный Subaru. Поставили блок от Subaru объем 1.6, блок EJ16. Я лично все смотрел, проверял, смотрел и двигатели, и фото двигателя в процессе сборки. В общем, обмана здесь нет, 1.6 объем. Поставили на него головки от крупового Subaru, турбиру, и получился участник этого класса. Ну, а за рулем уже полюбившийся нам белый Стиг. Я думаю, все-таки это шлем белого Стига, потому что белый Стиг у нас на Лансере ездил. Для него точно, точно, сесть точно за руль Субару, с ним потом друзья здороваться перестанут. Что? Это ж... А, это вот из той серии, что 7 на 8, 8 на 7, там вот Субари. Да. Победу не дадим. Представляю, как сейчас волнуются и переживают любители немецкого автопрома. А любителей немецкого автопрома у нас традиционно много. Замечательный был сейчас возглас с трибун. Замечательно, ребят. На самом деле так и надо. Поддерживайте свои любимые автомобильные марки. Поддерживайте водителей. Кричите, шумите, это не запрещается, ни в коем случае. Ваша поддержка 50% победы. Слушайте, ноздря в ноздрю едут атмосферные BMW и турбовый Subaru. Чуть быстрее, мне кажется, Subaru. Чуть быстрее Subaru побеждает в этом заезде.